Всем привет, дорогие друзья, а также случайный зритель, с вами Джонни Паппет. У нас рубрика «Инди-игры. Обзоры». Вернее, даже сказал бы «Первый взгляд». Это не чтение заготовленного текста уже пройденной игры. Это первый взгляд, то, что я вижу, я комментирую и доношу до вас, и сам посмотрю эту игру. В общем, смотрим вместе с вами. И на данный момент, сегодня вернее, у нас игра будет под названием «Поды». Это приключенческая игра с элементами головоломок. Это история о двух таких вот, скажем так, друзьях, о камушке и упавшей звезде, которые вместе решают древние загадки и путешествуют по незабываемому миру. Как-то так. А игра, ребята, очаровательна. Она со своим антуражем, я бы даже сказал, со своей стилистикой, со своей няшностью, милотой. Не всем зайдет. Это не хардкор, ребята, это не КС-ка. Начнем, новая игра. Вдохновлена она, по-моему, норвежской культурой, если мне не изменяет память. Хотя она мне может изменять порой, а может быть и нет. Смотрим небольшое интро. Ох, я упала. И играть, ребят, рекомендуется исключительно через геймпад, потому что здесь такое управление. Не, можно на клаве, но надо привыкнуть тоже. В общем, упала звезда, откололся камушек. И они такие: давай дружить, смотри, что я там вижу, давай заберемся наверх, ну давай. И они потихонечку будут преодолевать препятствия, находясь вместе об руку. Как-то так, ребята, поди. О, как же громко, ребят. Давайте, может быть, продолжить. Я не знаю, хотел сделать потише, ну да ладно. Хочу сразу сказать, ребят, все игры, которые инди-игры, обзоры, первый взгляд, соответственно, это игры не по тексту, это игры вот. Запустил, вижу, комментирую. А не так. Прошел игру, описал. Здесь в этой игре столько-то боссов. Эта игра относится к этому жанру. Так-то ее пройти. Есть такие... Есть визуал, геймплей. То есть внешний вид, игровой процесс. И все отсюда вытекающее расписано по определенным каким-то рамкам, критериям. И сравнивая с другими проектами. Нет, это... Вот. Все, что вижу, то и вижу. Типа того. Как-то так. О, господи, да боже мой, давай уже, давай, родной. Ты грузись, что ты, дорогой. В общем, два друга. Сейчас, наверное, будет небольшое обучение. О, да, я здесь. Ага, переключаться, я понял, спасибо, переключились. Сейчас идет у нас небольшое обучение. С помощью, да, геймпада и кнопочек мы переключаемся на... Между персонажами, на. Так. Соответственно, ребят, в любом случае, пишите в комментариях, я могу ее проходить. Но я, скорее всего, ребят, ее пройду. Она такая... Так... Увлекательно, что порой вызывает какую-то милоту. И просто поразгадывать головоломки. Камень у нас выстраивает камушки. А звезда оживляет природу, как-то так. Окей. Так, вот это у нас типа первая головоломка обучения, да? Сейчас попробуем. Что же у нас здесь будет? Окей. Ага. Так. О, как мы оросили, да? Соответственно, нам показывают, что нужно наверх.
камушек. Этот активирует отлично. И вот таким вот образом мы пытаемся... О, я его даже пихаю, ребят. Я не заметил, что я его пихаю. Звездочки пихают камушек. Оп. Отлично. Так, а здесь мы еще не открыли? Да, не открыли. А, и вот здесь еще не открыли. Я не знаю, для чего, конечно, можно это все не открывать, наверное. Ну, я имею в виду, как-то не делать из него живое и неживое. Ну, вы поняли, про что я говорю. То есть не проводить никакие махинации, если они просто для визуала, для красоты имеется в виду. Так. Ага. Сейчас мы все сделаем. С камушком пройдем. Может, это просто действительно сделано для того, чтобы... Так, сюда камушек. Как-то было более стилистики игры. Как-то все подходило. Ну, я к тому, что не везде нам надо будет, ребят... Вернее, не везде такая необходимость именно выстраивать. Эй, ты будешь заходить? Ой, не то. Так. Вот, вот таким вот образом, видите? То есть мы, помогая друг другу, проходим задание. В принципе, хорошая такая прикольная головоломочка. Так. Сейчас мы все камушки активируем. Не знаю, для чего, ребят, активировать все, прям все. Конечно, некоторые нужны для того, чтобы перепрыгнуть. Это понятное дело. Сейчас. Оп. А еще, по-моему, в нее можно играть вдвоем. Скорее всего, да, ребят, в нее можно также играть вдвоем и решать. Опа, отлично. Мы так пилотировали. И решать эти головоломки вдвоем в кооперативе тоже очень хорошая штука. Интересно проходить вдвоем, как, допустим, вот, который я недавно тоже, первый взгляд у нас был. Это вот Fury Unleashed, тоже неплохая такая игра. Но там, конечно, нужен скилл. В плане того, чтобы как-то адаптироваться к геймплею, к этому. Так, окей. А здесь просто мы потихонечку идем так, ненавязчиво. Слушаем вот эту приятную слуху музыку. И пытаемся как-то... Так... нам надо наверх, окей. Сейчас подумаем. Ага, вот сюда нам надо забраться. Сейчас я иду. Сейчас звездочка тебе поможет. Нет, наоборот, подожди, иди сюда. Ты там встал в кустах, ничего же не видно. Оп. Отлично. Ага. Я все понял. Так, а перепрыгнуть на обратную сторону можно было вот таким вот образом. Сейчас мы только поменяем местами. Потому что нужно вот эту штуку активировать. Без нее мы никак, ребят. Да, листики активировали. Отлично. Я думаю, что за ерунда? Ну, что-то здесь не то. Что-то как-то не прыгается у нас. Так. Опа. Подожди. Переключись.
красавцы. Все, можно идти дальше. Здорово, здорово, неплохо. Неплохо. Что с вами стало? Они такие, блин, мы заперти, что же делать? Эх, печаль, тоска. О, смотри, там есть выход. О, точно есть выход. Пойдем, 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 пойдем. Ага, во, вот это да. Прикольно. Это мы одновременно используем скиллы. У камушка и у звезды. Кстати, ребят, одного... Вернее, не то, что одного. Так, а что нам надо здесь делать? Ага. Здесь мы можем... открывать и сохранять, правильно? Ладно, сейчас будем разведывать. Так, нам надо как-то активировать это дерево. В общем, камушек зовут Булдер. Наверное, Билдер от слова строитель. А звездочка зовут Гло. Ух ты. Звездочку зовут Гло. Хорошая такая парочка, да? Ага, отлично. Мы что-то активировали, да? Угу. Теперь пойдем на эту сторону, посмотрим, что здесь надо. Ага. Активируем и прыгаем на ту сторону. Пока, в принципе, все изишно. Не, вообще, конечно... игра по себе, сама по себе не такая уж и сложная. Ну, возможно, где-то будет какие-то неурядицы. Я ее не проходил, но, ребят, я ее поиграю на летсплей, на прохождение. Так, мы зажгли два. И что это было значило? Слушай, а если я схожу вот этим чувачком туда? Чисто ради интереса. Или там надо вдвоем идти? А, да, надо вдвоем идти. Мы пошли куда-то налево. Ага. Тут у нас еще одна головоломка. Так. Гло. Теперь... угу. Что-то все тут озеленели, да? Так. А, мы его притягиваем, мы его тащим, окей. Тихо. Может, его надо вот сюда поставить? Или нет? Или ты не можешь? Ладно, пока будь там. Еще какая-то штука. Не, по идее его надо... а, я, кажется, понял, ребят. Надо просто поднадавить. Вот так вот. Надавить, надавить. Иди сюда, магнит, иди сюда. А, вот что надо было сделать. Все, теперь мы поняли. Ух, какой камушек достал, да? Нифига себе. Ха. Какая махина, да? Прям тяжелая-тяжелая. Интересно, интересно. Хм. Но мне все равно
Все, ребят, все. Надо еще его выбросить. Господи ты, боже мой. Вот, типа вот так вот. Да, ура. Все, 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 у нас получилось, мы топчики. Пойдем вместе. Такс. Соответственно. А, мы можем поедать. О, у нас сверхспособность поедать. Так, 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 так. Сейчас, погодите, сейчас, погодите. Все активируем, все в порядке очереди. Окей. Ого. Ну, конечно, можно было здесь повыпендриваться, попрыгать. Пошли, 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 пошли. Куда это я вообще забрел? Все откроем, все откроем, все пройдем, везде, везде пройдем. Интересно, интересно. Где тот кирпичик поглощающий, который мне нужен был? Может быть, кусочек камушка съесть где-нибудь? Что непонятно. Этот активирует. Этот активирует, да? Цветок. А, вот здесь вот что-то должно быть. Нет? А, вот, нашел с левой стороны. Такс. Получается, цветок. Угу. Я не понимаю, ребят, вот эта штука, ну, либо это поднять наверх то, что надо нам подняться. Типа некая подсказка. Ну, скорее всего. Но мы не сможем. Нам нужно что-нибудь, что можно подложить по вот эту штуку. Ребят, я забрал этот камушек, который вот здесь был в начале, потому что он нам пригодится. А мы что, не сможем? А, сможем с ним пойти. И тогда мы его сможем перенести. Перенести. Камушек не работает здесь. Пойдем отсюда. А я уже расстроился. Думаю, что за фигня. Будем разгадывать как-то потихоньку, что же там можно сделать. Или идти обратно в самое начало. О! Вот это да, нифига себе. Я не знал, что он здесь телепорт будет делать. Вот, видели? Или нужно было подождать время? Потому что там было какой-то символ. Символ был. Я еще не понял, что это за символ. Как-то странно тут работает эта система. Все, теперь мы можем отправиться обратно. Кстати, вот здесь тоже штучка какая-то, ребят. Вот с этой стороны, видите? Ага, отлично.
Что-то мы открыли. Нет. Тут стой. А то решила она за мной пойти. Пошли ты тоже за мной. Оп. Так. Теперь у нас новая головоломочка, да? Не, ну камушек-то мы сидим. Окей. А тот камушек как сюда занести? Опять таким же способом? Интересно. Интересно, ребят. Я его заберу, все сломается? Нет, ничего не сломается. Ну, это хоть радует, то, что здесь ничего не ломается, а можно спокойно перенести. Но я имею в виду, не становится в обратное положение, как и было изначально. Опс. Отлично. Круто. Мне нравится. Так. Ого. Ого, мы породили тут. Для нашей гло какой-то что-то непонятное. Еще. Сейчас посмотрим. Так, озеленим вот это дерево. Ага, вот он как работает. Вот это поворот. Вот это тут поворот. Вот это тут замут. А меня ты поднимать не будешь, да? Бежуха. Не хочет он поднимать меня? Ну ладно. Кстати, я ради интереса попробую, поднимет ли он нас вдвоем. Сейчас мы вот это только активируем дерево, вот это. И посмотрим, что же... К чему все-таки. Хотя мы можем по камушкам запрыгнуть. Нет? Нет, по камушкам скатывается. Ладно. Я иду к тебе, бюльдер. Да. Подожди. Отлично, да, работает. Так. Слушайте, ну игра, она хорошая. Она не напрягает, она расслабляет. Даже я сейчас усну. Вообще не напряжная. Идешь потихонечку, выполняешь задание. Так, вот здесь у нас что такое? Тоже лифт какой-то, да? Да, такой же, скорее всего, да? Или пружинка? Пружинка, окей. Так, а если это у нас пружинка, то... Здорово. Пойдем дальше. Ну, я думаю, ребят, на этом мы, первый взгляд, закончим это видео. Потому что, ну, тут все, видите, как сказать, процесс однообразен. Очень много головоломок на пути встречается. С помощью камушка и с помощью звезды мы решаем. У звезды свои способности, у камня свои способности. И как-то пытаемся пройти дальше. Не знаю, чем кончится. Это вот уже смотрите летсплей по этой игре на канале Johnny Puppet. Ну, а со всеми я хочу попрощаться. Не забудьте поделиться этим видео, написать комментарий, что вы думаете по этой игре. А также подпишитесь на канал и поставьте... Нажмите на колокольчик и про лайк не забудьте. Давайте, ребят, все, я увиделся, всем... Ой, я увиделся! Я переиграл.
Я пошел. Всем пока-пока.